нами сейчас общаются Максим Потапов, Константин Глазычев, игроки хоккейного клуба «Спартак Москва». Как у вас прошло межсезонье? Что планируете на будущий сезон? И какое общее настроение в команде? Да, все хорошо, все по плану идет в межсезонье. Ну, ребят много очень нового пришло. Я думаю, усилились. И план какие? Радовать болельщиков и выходить в плей-офф. «Динамо» не получилось. Что вам помешало? Парад? Потом играли с более принципиальным «ССК». Ну, с «ССК», да, понятно. В душе это все равно у каждого спартаковца. В душе обыграть и «Динамо», и «ЦСКА» в первую очередь, конечно. Поэтому наигрывали связки. Но я думаю, что в сезоне будет по-другому, совершенно другие игры. Настрой в команде боевой? Конечно. Первые матчи будут на ВТБ-арене, правильно? Да, 23 числа. Там 12 тысяч болельщиков. Современная арена. Приходите. Супер, не пожалеете. Да, хочется сказать, что вы приходили на наши матчи, поддерживали нас, и мы будем отдаваться каждую игру, каждую минуту, каждую секунду. В этом сезоне мы будем единым коллективом и всем дадим просраться. Спасибо.